Я и не заметил, как уже 2 часа и 7 минут целых, но мы познаем, что вот буквально еще вот есть, и смотрите, люди, которые подходят к нам и хотят увидеть торжественное открытие спортивной площадки, все для вас, уважаемые друзья, и буквально совсем скоро мы начнем. Передать микрофон Максиму, который уже готов провести торжественную церемонию открытия спортивной площадки в Петровском квартале. Прошу. Добрый день. Пишу привет всем гостям и жителям нашего прекрасного Петровского квартала. Сегодня мне была огромная честь представить наших почетных гостей, друзей, которые приехали. Это действительно праздник спорта, который сегодня благодаря всем вам и нам у нас сьогодні є захисник Донецького аеропорту у складі 72-ї механізованої бригади бойовий офіцер, молодший лейтенант Губерний В'ячеслав Олегович. Будь ласка. Сусід, мешканець Петровського кварталу Богданов Ілля Олександрович. Будь ласка, вітаю. І з окремим задоволенням я представляю зараз чемпіонку по дзюдо, призерку чемпіонату світу і Європи, неодноразову чемпіонку України по дзюдо, Яремко Світлану, будь ласка. Також дуже хочеться представити гостей, які приїхали до нас. Це перший заступник голови Київсько-Святошинського районної адміністрації Кошик Артем Леонідович. Будь ласка, ваші офіси. І також другий заступник Михайло Резник. А відкривати сьогоднішнє наше дійство буде директор Петрівського кварталу Андріюк Віталій Володимирович. Петровський квартал построїв спортивні площадки. У нас є футбольне поле. Сьогодні у нас особливий день. Сьогодні ми відкриваємо площадку для заняття спортом на відкритому воздухі воркаутом. Я поздравляю всіх з цим праздником. Конечно же, торжественные шарики, которые сейчас улетают в воздух.
наше мирное небо. Передаю слово своему коллеге Олегу. Итак, уважаемые друзья, пусть эти шарики символизируют вот, то, что вот, теперь не спортивный, не здоровый образ жизни улетает, а остается только здоровый и хороший, счастливый образ жизни. Ну, а теперь я хотел бы вам еще рассказать, что сегодня Петровский квартал открыл спортивную площадку. И сегодня у нас много гостей, которые пришли к нам для того, чтобы поделиться своей мудростью. Ну, а также группа «Ритмен», которая скоро будет выступать. Думаю, что сейчас, пока наши барабанщики готовятся, вот я Илье предложу проверить на прочность.